Всем большой-большой привет! Вы на канале «Семья на море». С вами Татьяна и Алексей. Всем большой привет, друзья! Совсем недавно у нас вышло видео «Топ-5 городов, куда можно переехать на юг России». И, кстати, кто не смотрел это видео, ссылочку оставим в описании под видео. Но мы решили на этом не останавливаться и открываем новую рубрику «Где жить хорошо». В рамках этого проекта мы будем посещать самые разные страны, популярные у россиян для постоянного места жительства. В рамках этих видео вы узнаете, как переехать, какие цены на недвижимость, цены на продукты, как найти работу. Пообщаемся с эмигрантами из России, узнаем плюсы и минусы жизни за границей. И уже совсем скоро стартует первая наша поездка. Пока мы не будем говорить, куда именно, пусть это остается для вас секретом. Ну а если у вас уже есть какие-то варианты, пишите ниже в комментариях, поотгадываем, будет очень интересно. А еще некоторые из вас знают, что у нас есть второй канал, где мы выкладываем видео «Путешествия по миру». Так вот, в связи с запуском нового проекта мы решили, что следует объединить оба канала, и все дальнейшие выпуски будут выходить на этом канале. Возможно, даже пару роликов с нового канала перекочуют на старый канал, но не спешите отписываться от нашего нового канала «Путешествия по миру», так как мы планируем там сделать канал для прямых трансляций. То есть, если, к примеру, мы поехали в какой-то город, страну или даже вот в Сочи решили пообщаться с вами в прямом эфире, все эти выпуски будут проходить на новом лайв-канале. Вот такие у нас новости. Пишите в комментариях, как вам такая идея. Ну а мы думаем, что будет очень интересно. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Смотрите и следите за нашими сторис. В Ютубе они называются «Сюжеты». Будут маленькие включения с места событий, также из Сочи. И не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.